Привет, друзья! Наверное, вы обратили внимание, когда у вас возникает какой-то новый вопрос, ну, допустим, кто-то позвонил по телефону, сделал какое-то предложение или задал вам какой-то важный вопрос, или вам нужно что-то сделать, ну, такое важное для себя сделать, то есть столкнулись с новым. И вот в этот момент возникает турбуленция мыслей, такое состояние смятения. И вы немножко теряетесь. Обратили внимание? А на самом деле все ответы у вас внутри есть. У вас есть ответы, но вы как-то по инстинкту самосохранения невольно как бы спешите. А для того, чтобы туман рассеялся, чтобы осела пыль, и этот хаос превратился в порядок, чтобы в голове все расположилось по полочкам. И там вы найдете ответ. Но для этого же нужно время. А где взять время, если вы по инстинкту самосохранения невольно пытаетесь решить все немедленно, здесь и сейчас? А на самом деле приемы ключа помогают перейти из хаоса мыслей, из этого смятения, этой турбуленции, этой неизвестности, когда вы мобилизованы как солдат на фронте, да, и вот тут весь стресс. А приемы помогают сократить время, потому что вы, когда используете приемы ключа, а точнее подбираете приемы по своей индивидуальности, по зеленой зоне, у вас происходит за это время короткое, там, 1-2 минуты, вот эта вся пыль осядет. И вдруг вы сели потом после этих приемов в стадию после действия, это момент истины называется, и там чувствуете уже не смятение, а безмятежность. Да, и на градуснике напряжения здесь было на шкале стресса 10, а здесь 0. Здесь 10 делений, у вас если был шторм, какое-то состояние паники, тревоги, растерянности, здесь появляется безмятежность, такое состояние спокойного течения мыслей. Вы обретаете заново свой разум. И оказывается, вот как. Оказывается, вы знали, как решить вопрос, а что же вы растерялись? Поэтому и надо использовать ключевые приемы. Вот они для чего, чтобы вы могли при столкновении с неизвестностью, в момент волнения, какой-то боли душевной или телесной, выйти на состояние безмятежности, когда вам все спокойно, благодать, и там появляются ответы на ваши вопросы, как ни странно, потому что все ответы в тебе. Да, все ответы в тебе. И вот наш вебинар, который будет у нас в четверг, 8 числа, 21 час, вы все узнаете, как это делается. Как это делается с помощью новейшей методики озарения по заказу. Да, как себе заложить такую программу, как научиться управлять своим состоянием в условиях неопределенности. Это будет прекрасный инструмент для работы над собой, для решения этих вопросов, которые в этот момент, когда вы поступили к этому вопросу, приступили, кажется, как же ты можешь это решить, когда обвал такой, как ты можешь решить? И вдруг ты замечаешь, на градуснике напряжение снимается, и появляется у тебя личное время в мозге, и у тебя открывается доступ к тому банку данных, так можно метафорой сказать, к той кладезе всей информации, которая на самом деле у тебя есть бессознательно. Там столько информации, и ты вдруг вспомнишь, где и что, и как надо сделать. Оказывается, все это в тебе. До встречи, друзья.